Сегодня одним из главных действующих лиц фильма об академике Алексее Сисакяне станет его книга и удивительно мудрые строки из нее. «Каждый человек немного писатель», — пишет он. «Жизнь диктует ему свою повесть, а он, преломляя реальность своим воображением, предается воспоминаниям. Воспоминания свойственны всем, и большим, и маленьким. В них есть что-то изначальное и человечное. Если меня спросят, что отличает человека от остального живого мира, то я отвечу тремя словами: память, дружба, творчество. Все остальное человеческое в нас можно составить из этих первоначал. Как древние строили мир из огня, воды и земли, а мы строим его из кварков, лептонов, глюонов. Память – это наша связь с прошлым, быть может, с историей всей Вселенной. Дружба – большое счастье, наполняющее наше сегодня, а творчество – это завтра. Истинное творчество смотрит в будущее». В своей автобиографии Алексей писал: «Сын советского биохимика, академика Академии наук СССР Нарайра Сисакяна. А я от себя добавлю: сын великого ученого, главного ученого-секретаря Академии, принимавшего большое участие в обеспечении полета в космос первого человека Земли. Мама, закончившая в свое время сельскохозяйственную академию имени Тимирязева, посвятила себя семье, детям и мужу. Она была талантливым человеком, писала стихи, но когда сослуживцы спрашивали ее, почему она не защищает диссертацию, она отвечала, показывая на детей: «Вот они, мои три диссертации, бегают». Папина работа для нас всегда была чем-то святым, и, как говорят, он воспитывал нас тоненькой светополоской, что строилось в ночи из его кабинета, потому что, ну, дома он не так много находился, в основном на работе, но его пример, он действительно был для нас святым, наверное, это мама молодец, она так нас в таком духе воспитывала. Мало слов говорил, одевался неброско. Помню редкие в Крым путешествия летом. Нас воспитывал узенькой светополоской, что струилась в ночи из его кабинета. Но в памяти Алексея Сисакяна, как и в его горячем сердце, живут не только родные и близкие, а и его учителя, друзья и соратники. Труды, открытия и деяния Николая Николаевича остаются в нашей жизни, пишет Алексей Сисакян. Имя его принадлежит лучшим страницам истории российской и украинской интеллигенции. Но его характерные черты, улыбку, голос, умный и грустный его взгляд сохранит лишь память. И трудно и легко писать эти строчки об учителе. Трудно, потому что жива в нас боль невозвратимости, потому что невольно думаешь, а как он посмотрел бы на это? Легко, потому что согревает надежда. Может быть, удастся этими страничками хоть немного донести до детей и внуков наших, поселить в их памяти характерные черточки его светлого образа. Mm-hmm.
мы, его ученики младшего поколения, попали в орбиту Николая Николаевича Боголюбова, когда он был уже всемирно известным ученым. Его окружал ореол заслуженного признания, который внушал мысль о недоступности. Но его недоступность была скорее иллюзорной. Алексей закончил Московский государственный университет имени Ломоносова. И университет навсегда стал не только его альма-матер. Профессор Алексей Сисакян много лет преподает здесь теоретическую физику и отдает своим студентам не только знания, но и душу, и сердце. Он один из основателей, вице-президент и заведующий кафедрой теоретической физики Международного университета природы, общества и человека Дубна, а также заведующий кафедрой Московского физико-технического института. Академик Алексей Сисакян по-настоящему, по-отечески любит студентов, и надо сказать, что они платят ему взаимностью. У молодежи вообще острое есть ощущение нового всего. Вы, наверное, знаете эту известную историю, как Глазунов, когда был композитор Глазунов, когда был ректором консерватории, и вопрос шел о Шостаковиче, принимать ли его в аспирантуру или куда-то там вот на следующую ступень. И кто-то из старых профессоров ему сказал, что я бы был против Шостаковича, потому что он мне не нравится. Вот. А Глазунов так интересно ответил, парадоксально немножко, он ответил, что он мне тоже не нравится, даже очень не нравится, но именно поэтому я буду его рекомендовать, потому что он молодой, он видит будущее в музыке, а мы будущее должны поддерживать. Вот иногда такие парадоксы бывают, вот. И мы тоже иногда должны, может быть, ориентироваться на те области, которые вот молодежи кажутся правильными, интересными. И тем самым, может быть, вот, ну, служить тому, чтобы все развивалось хорошо и полномерно. Это было давно, 40 лет тому назад. После окончания МГУ Алексей Сисакян начал работать в лаборатории теоретической физики. Сегодня эта лаборатория носит имя Николая Николаевича Боголюбова, Объединенного института ядерных исследований в Дубне. А уже в 2005 году Алексей Сисакян был избран комитетом полномочных представителей стран-участниц института директором Объединенного института ядерных исследований. Среди очень важных научных проблем самое главное – молодежь. Этот ускоритель, он уже выведен из эксплуатации, но кожух остался, он в книгу рекордов Гиннесса вошел, потому что он весит 36 тысяч тонн железа. Такого магнита в мире больше человечество не создавало. Но мы решили его не выбрасывать, он своего рода будет и памятником тому вот старому, и новой машиной. В кожухе будет размещен новый предускоритель такой, который обеспечит потом пучки для ускорения в коллайдере. Вот коллайдер здесь изображен. Он будет размещен в существующем уже 205-м корпусе. В свое время тоже под руководством Балдина он как бы впрок был построен, этот корпус. Балдин его называл условно «гектар под крышей». Вот. Но там даже немножко больше гектара. И есть возможность разместить вот в этом корпусе коллайдер. И будет изучаться очень интересная область энергии, когда тяжелые ионы сталкиваются при относительно
высоких энергиях и достигается максимальная плотность этого ядерного вещества. Вот такие эффекты не могут исследоваться ни на Большом адронном коллайдере, ни на других ускорителях. Вот для этого нужны такие специализированные машины. Но это очень интересная область исследований. Вот интересно получается, мы вместе со всем физическим сообществом стремились к более высоким энергиям, все более высоким энергиям, к высоким интенсивностям. Это правильное направление, конечно. Но есть еще один параметр, который, ну, как бы оставался в тени, это плотность вот этого ядерного вещества. Она вот в классике имеет аналог, как давление, например, вместе с температурой, если мы смотрим термодинамику какого-то процесса. Так вот, оказалось, что очень интересные процессы происходят при относительно маленьких энергиях. То есть энергии, например, Большого адронного коллайдера здесь не нужны. Максимальная плотность вот этого вещества барионного, она достигается при определенных энергиях. И это именно те энергии, которые мы выбрали для нашего прибора, для нашего коллайдера. Академик Сисакян, автор более 300 научных работ в области физики элементарных частиц, теоретической и математической физики. Академик РАН, иностранный член Национальной академии Республики Армения, награжден 10 орденами стран-участниц ОИАИ, в том числе российскими орденами почета и дружбы. Он президент Союза Наукограда в России. У меня такое ощущение, что судьба института, ну, может быть, я так, чтобы не высокими словами, да, то есть у меня такое ощущение, что дело, которым он занимается, вот, коллектив и команда, которую он возглавляет, для него, как мне кажется, со стороны даже больше и ближе, чем личные какие-то, не знаю, как сказать, обязательства или отношения. Но мне кажется, очень важно, конечно, оставаться всегда как бы человеком в том отношении, что нельзя на 100% быть в работе, а должны быть, конечно, какие-то вещи, которые, ну, будут добавлять в жизнь, я не знаю, какой-то вот, какой-то духовности, лирики, что ли, да, то есть какие-то должны быть, кроме вот основной работы, то есть это не хобби, это просто вот какая-то еще часть жизни должна быть, не связанная с работой. Ну вот Алексей Нарайович, я так понимаю, это поэзия, которой он занимается. Исключительно интересный человек, очень активный, такой задорный, очень активный молодой человек. Несмотря на его довольно почтенный возраст, это очень активный человек. Очень интересный, очень многогранный. Такой отчасти можно его назвать энциклопедистом. Огромное количество знаний, очень интересных и довольно таких... С ним всегда интересно, всегда разговор с ним очень познавателен и очень полезен для собеседника. Он поднял этот флаг, и то, что мы сейчас так активно движемся и развиваемся, это огромная его заслуга. Нас судьба счастливо свела с Алексеем в Дубне. Мы тогда были молодые, только вступали в науку. При этом нам посчастливилось работать вместе с Николаем Николаевичем Боголюбовым рядом, видеть этого крупного ученого, значение которого мы стали, конечно, понимать уже много позже. И перед нами вот так возникла задача. Николай Николаевич очень тактично нам ее вот так вот как-то дал. Описывать законы движения и рассеяния частиц при высоких энергиях. И мы тогда разработали метод, который, все-таки идею, которую нам дал Николай Николаевич Боголюбов, который так называется несколько, может быть, и просто, но и не очень понятно, метод прямолинейных путей в квантовой теории поля. Вот. Ну, и это было несколько молодых людей. Я был, может быть, чуть-чуть старше их, но все мы были очень молодые. И работалось нам очень вместе, дружно. И оказалось, что это были работы востребованные. И я думаю, что пути в жизни не бывают вообще прямыми. Но нам, я думаю, посчастливилось, Алексею в первую очередь, все же он шел
может быть, даже не сознавая этого, но одним путем. Вот вы знаете, как-то удивительным образом в нем ярко раскрылись черты одновременно и ученого, организатора науки, и поэта, и писателя. Вообще он богато одарен природой, надо признать это. И вот когда сейчас я имею возможность смотреть со стороны на его жизнь, вот я бы сказал, что главный вектор в жизни его, вот в его действиях, это, конечно, знаете, вот доброта и чувство долга. Чувство ответственности вот, за честь фамилии, которая досталась ему по рождению. Вот, это было одной из пружин, одним из мотивов его жизни. Дубна и Церн, как брат и сестра, они почти одновременно вышли на международную арену научного сотрудничества. Их тесные контакты не прерывались даже в годы Холодной войны. Ученые и инженеры Дубны участвовали практически во всех аспектах экспериментов, начиная от разработки идеи до строительства установок и заканчивая анализом данных. Это не только большие эксперименты, но и более компактные программы. Часто сама инициатива таких экспериментов исходила от дубнинских ученых. Почти 50 лет сотрудничество успешно развивается. И оно в себя вобрало все самые характерные черты такого крупномасштабного научно-технического сотрудничества в области фундаментальной науки. И какие характерные особенности этого сотрудничества? Во-первых, его масштаб. Вот мы сейчас находимся в лаборатории, где создается эксперимент «Атлас» для Большого адронного коллайдера. Вы видите, какие гигантские масштабы этого готовящегося эксперимента. Этот масштаб, безусловно, требовал объединения усилий ученых разных стран. И вот фактически в ЦЕРНе и в Дубне объединены усилия ученых 34 стран, потому что как с той стороны есть ученые, так и с этой, из разных стран, они сотрудничают. И это сотрудничество смотрит в будущее, потому что те эксперименты, которые сегодня готовятся, это эксперименты 21 века, они действительно вобрали в себя все самые характерные черты науки прошлого и науки настоящего и смотрят в будущее. Кто-то из мудрых сказал: «Судьба – это такая сложная штука, и никто никогда не знает, когда она тебя вышибет из седла?» У Алёши Аня, Аннушка. Нет её. Появилась она на свет Божий в 69-м году. Добрый, ласковый, души человечек. Часто навещала твое последнее пристанище. Убирала холм цветами. Теперь мы Аннушке приносим цветы. 15 октября 1988 года Алёша родилась самая наша маленькая, славненькая Настенька, миленькая. 17-е я, твоя верная вечная слуга. Тебя нет, ты всегда с нами. Всегда был и остаешься нашим высшим эталоном, путеводной звездой в жизни. Это твоя вторая жизнь, подаренная детям и мне. Папа всегда очень любит своих дочерей. Даже наука в лице великого психолога и психиатра Фрейда доказывает это. Она была его звездочкой, его радостью, его надеждой. И вот короткие, жесткие и очень страшные слова из автобиографии. Сисакян Анна Алексеевна, 1969 года рождения, школьница 10 класса, убита во время разбойного нападения в квартире родителей в Москве. Где взять силы? Как жить? Ночи стали бессонными, а жизнь бессмысленной.
В его сборнике в это время появляется четверостишие «Рана». Тот самый миг я осознал, когда больнее трудно ранить. Главнейшее из всех начал – друзья и творчество и память. Как хорошо, что жизнь идет своим чередом. Время проскакало так быстро. Его дочуре Настеньке уже 21. Она выходит замуж, а папа счастлив. В стихотворении «Подарок Господен» Алексей Сисакян пишет: «День бесконечен, безумен и жарок, полон желания чуда. Как сохранить этот хрупкий подарок? Не расплескать, покуда мне ощущать дыхание зноя, в беге не чувствуя ног? Не попрошу у судьбы я покоя, переступлю порог. Боль не проходит, солнце восходит, чтобы лучами ранить. Благословляю подарок Господен, творчество, дружбу, память». Что касается Алексея Нараевича, то, что нас интересует, это проблемы симметрии в природе. Но это уже с древних времен известно, что симметрия – это красота, и все скульптуры так сделаны по каким-то принципам симметрии. Но и оказывается, что это главные законы природы. Они основаны на симметрии. Я называю, что это симметрия, это я детям рассказываю так, что симметрия – это наша королева. Она правит нами, но мы ее не видим. Но она устанавливает законы и ищет исполнителей этих законов. Но мы как-то исполнители этих законов. И вот Алексей Нараевич вот именно работает в том направлении исследования симметрии, главных симметрий природы. То, что он поэт, это я уже давно знаю, и каждый раз, когда он выпускает какой-то сборник своих стихов, он меня дарит с какой-то надписью очень теплой. Так что эти стихи мне очень нравятся, потому что в них, кроме того, той художественности, еще я, как физик, чувствую это физическое мышление. Это мышление приобретает у него такой, артистичную, формулировку, не чисто такую техническую. Так что это на самом деле стихи про жизнь, как жить правильно и к этому миру, как свое место найти в этом мире. В фильме звучат стихи академика Алексея Сисакяна. Он входит в десятку лучших поэтов-ученых России. 8 сборников стихов на его счету. Сколько на судьбу не сетуй, не смягчить страстей накал. Говорят, что Бога нету. Кто же мне тебя послал? Это Наташа. Они с Наташей теперь скучают по своей Настеньке. Она заканчивает Московский государственный университет и живет в Москве со своим мужем. Старается вместе бывать в театрах
и просто так заезжают, но все равно скучают. Это, конечно, нетипичное поведение академика Сисакяна. Он очень занят. Но когда Алексею Нараровичу очень хочется выпить чаю из своего любимого граненого стакана, он даже сам может накрыть на стол. Академик Алексей Сисакян давно получил признание международного научного сообщества не только как крупный ученый, но и как человек редкой доброты и душевности. Послы многих стран приезжают в Объединенный институт ядерных исследований в Дубне, даже невзирая на то, что это не ближний свет. Ученых привлекают интересные каркасные проекты базовых установок. Я Алексей Нараевич. Имею счастье знать уже, пожалуй, больше 40 лет, и наблюдал его становление, когда он был молодой ученый, и когда сейчас он стал выдающимся естествоиспытателем. Он ученый очень своеобразный. Я бы сказал, что Алексей Нараерович – это ученый квантового века. Как известно, в квантовой теории существует дуальность или сочетаемость – волна и частица, что совершенно отличается от предыдущего классического века физики. Так вот, в Алексея Нараровича, подобно этому, сочетается его душа поэта, а он выдающийся поэт и философ, и физик, и математик, очень строгий. Вот это вот сочетание достаточно редкое. Я бы к этому, пожалуй, добавил, что, кроме того, есть еще и третья сторона Алексея Нараровича. Он великолепный организатор. Вот эти вот три стороны личности Алексея Нараровича делают его человеком в своем роде уникальным. Сегодня по пальцам можно пересчитать научно-исследовательские институты, в которые приезжает президент России Дмитрий Медведев. Дубна расположена в 125 километрах от Москвы. Значит, важен этот институт для России. А на его директоре лежит колоссальная ответственность. И, может быть, именно здесь уместно всем нам известное выражение: «Тяжела ты шапка, Мономаха». Это исключение, чтобы человек успевал и то, и другое сделать. Это действительно исключение. Когда была первая оттепель, вот люди почувствовали возможность раскрепоститься и заняться вообще личностью. И тогда было много бардов, и тогда начали писать стихи, и тогда всякие вот эти съезды, слеты, кружки там. И у меня много знакомых ученых, которые еще вдобавок и потрясающие барды, и поэты. У меня муж такой, он даже вот такую песню написал. Он занимается физикой всерьез. Сейчас медициной занимается всерьез. И читает бесконечно много просто. Я даже не понимаю, как это он может. Но вдобавок он написал песню, например. Я говорю, ты если даже чего-нибудь о серьезном физике не сделаешь, ты уже написал такую песню, которую поет вся страна. Вот это приходит время, потом можем спеть ее. Если Бог дал вот эту возможность отдать тебе все, что тебе дано. Я говорю, товарищи дорогие, если вам талант дан, вы его обязаны отдать. Даже если вы работаете 24 в сутки, работайте, но отдайте людям то, что вам дано. И вот Леша, он такой. Вдобавок, у него такое бесконечное обаяние. Мне такие мужчины нравятся. Да, нравятся. У нас даже в театре, вот, которым я руковожу, мы здесь сейчас находимся, был вечер, когда они приехали из Дубны, и когда читали все его стихи, о нем рассказывали. И сам он был, это так было приятно.
это человек, который может перекинуться, как мы говорим, через рампу. То есть он может выйти, и люди его услышат. И людям будет приятно то, что он говорит. И будет очень интересно. Я думаю, что они это прихватили, вот эти черты у своего отца, который был выдающимся организатором науки, академиком космической медицины, и он дружил с Прохором, и вот слишком рано ушел из жизни. И мне кажется, что это семейное вот такой черты, которые есть у того и другого, а именно эти руководители такого стиля, который мне наиболее приятен. Это очень интеллигентные люди. Ни один никогда не повышал голоса на подчиненных. А как люди, они похожи. Мягкие, сердечные, хорошие люди. Порядочные, что не всегда теперь бывает, особенно вот в наш век. А это очень порядочные люди, честные и добрые. Это все очень редкие черты. Теперь у людей глаза какие-то безумные, они все хотят заработать. Это очень грустно, это невозможно, а в науке особенно. Уж есть наука, это дело, по-моему, ну я со стороны на это могу только смотреть, но это дело чистое, очень. Это должны быть бессеребренники. Пускай они будут нищими и голодными. Такое дело. И вот один раз я сидел в кабинете у Ивы и говорит: слушай, говорит, у меня младший брат пишет стихи. Я говорю: да. И вот слушай, я говорю, тебе сейчас прочту 4 строчки. Как ты среагируешь? Я говорю: ну давай. И вот такие 4 строчки. И я не вечен, знаю сам. Настанет день, меня не будет. Я Богу душу не отдам, я вам ее оставлю, люди. Вот, понимаете, философская лирика. И вот здесь вот от души сказанное им, в это веришь, и видно, что это, конечно, не эгоист. Потому что самое вот противное, то, что сейчас видно в людях вокруг, это крайний эгоизм. На себя рвануть, схватить. Вот он никак не эгоист, он действительно живет для людей. Давай. Вот идет по свету человек-чудак, сам себе печально улыбаясь. С головой, видать, какой-нибудь пустяк, в сердце видно что-нибудь не так. Приходит время, с юга птицы прилетают, снеговые горы тают, и не до сна приходит время, люди головы теряют, и это время называется весна. Теперь пой ты погромче, ну-ка. Сколько сердце валидало мне личи, все равно сплошные перебои. Сколько головой об стенку не стучи, не помогут лучшие врачи. Приходит время, с юга птицы прилетают, снеговые горы тают, и не до сна приходит время, люди головы теряют, и это время называется весна.